И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кейт Макс и Серега. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вы поставили очень много лайков, значит сегодня у нас карта FNAF 6. И мы с Димоном Покемоном будем устраиваться на работу. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Это у нас будет испытательная ночь, проверим, сможем ли мы ее пройти. Если мы сможем пройти, значит нас возьмут на работу. А если не сможем, то мы как бы уволимся, чтобы типа нас не выгоняли. Не знаю, что так сказал, но так и будет. Ну что, начинаем? Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, слышишь? А чё? Это я сфоткал. Аниматроника уже на ночь выключает, правильно? Должны выключенные быть. Да. Чё за звуки стрёмные? Давайте мы проверим, что-то тут неладное творится. Так, идем. Ты чё тут сидишь? Это допросная, да? Да, типа, знаешь, как в FNAF 6 там же допрашивают аниматроники. Только она не на столе должна сидеть, она должна быть в другом месте. Ну пойдем. Ну чисто так поржать. Может, вот ее чинят. Лефти. Так, лефти стоит. Угу. Ништяк. Так, Димас, я что-то забыл, точнее даже не знал, где наш офис находится. Где наш офис находится? Да. Идем. Показывать будешь? Конечно. Давай. А, вот в эту вентиляцию нам идти надо? Конечно. Ой. У нас тут офис. Маску одел. А ну ломай мечом. О! Ты чё тут делаешь? Так, ладно. Так, нам сюда. Давай. О, смотри. Это же третья часть карты версия. Всё, вот это Димас круто, кстати. Ну? Здесь хоть камеры-то работают. Включай. Смотри, тут кто-то идет. Ушел. Да, ушел. Ну ладно. О, включил! Нифига, Димас, я аж испугался. Да блин, нормально. Фу, Димон. Вертолет, думаю, у меня тут. А кто выключил? Что такое? А ну, Димон, поклацай еще. Ой! Вы тут какая тень стрёмная. Маску! Маску, маску! Какого? Чего? Ну тут аниматроник ходит. Призрачный. Мы свои, уходи. Братва. Братва, братва. Он что, нюхает? Да, обнюхал, понюхал. Сачок. Только он какой-то стрёмный сачок этот, если честно. Чё там, Димон, пусто уже? Да. Я вижу, ты проверяешь. Прикольно. Смотри. Сидит челик. Такой. Себе. Это же этот, сюда же отводят аниматроников после такого, как они поработали, понял? И чё? Это типа они здесь как склад, короче, работает здесь. И мы типа за складом аниматроников следить должны. Так, ну, я следим. Так понимаю. Вот. Здесь лефти у нас уже на складе. Мы кто еще на складе у нас тут? Так, подожди, тут где-то должна нычка быть, давай в нее зайдем. Да? Нету. Где-то здесь она должна быть, не? Сейчас найдем. Так. Тук-тук-тук-тук. А, Димас, иди за мной, я походу понял, где эта нычка идет, находится. Иди сюда, Димас, вот иди сюда. За мной. Вот сюда, вот. Сюда, вот. Сюда. Вот, вот за этой дверью. Во! Это именно да? Разработчиков этой карты. Во, да, мы вам покажем прикольную тему. Это музыка? Да. Ой, что-то поломилась кнопка. Кнопку сломал нам. О, иди сюда, Димас. Пойдем, выходим. Выходим. О, смотри. Нифига себе, я ж испугался немножко. И все? И больше здесь ничего нету? А где игровые автоматы там? Здесь в теннис. Беги. Бегу. Я маску достал. Нас здесь нет. Ого. Мы свои. Так. Компьютер клацает. Чё она жмёт? Чё она жмёт там? Ну все, уходи. Ого! Нифига себе, они нас ищут. Димон, мы видно, когда пробегали, они нас увидели. Да?
Прям в лицо мне смотрит. Димас, нафига себе дышу, конечно. Это в маске тяжело дышать. Да. Какая-то плотная маска очень. Просто тебе надо много воздуха очень. Толстый, да? Че на мне оружие, ничего не да... Да что такое? Автон. Полез. Блин, они нас ищут. Опа, вентиляцию включил кто-то. О, так это ты ее включаешь? Нет, это не я. Ого. Кто там орет? Атмосфера очень страшная. Да? Еще один вылупился. Они вылупаются. Фонариком лупи его. Да не. Все, убежал. Так, ладно, давай дальше. Что-то у нас камеры, Димон, да, барахлят? Ну, они там вычислительную формулу делают, Димон. Какие-то вычисления сложные. Да, проводят. Так, давай дальше пойдем по это. Свалим отсюда лучше. Давай. Обходила, и мы возвращаемся в пиццерию. Тихо, замри, тут какая-то фигня вылезает. Ого. О, блин, это что за ужас? Представь, найдут нас. Я уже представил, что они меня уже нашли. Так, обход мы типа сделали, я ухожу. О, Димас, куда уходим? О, чё здесь? Чё здесь? Я в другую сторону повернул. О, здесь, прикольно. Здесь ничего. Я сразу в пиццерию попал. О. А ты чё в маске постоянно ходишь? Димас, ты видел там здоровяка какого? Я маску одел. А я убежал просто. Чё такое? Каждый спасается как может, Димас. Кто кого еще охраняет? Аниматроники нас охраняют, а не мы их. Димас, я, короче, этот спрятался в такую черную комнату. Знаешь, где такая находится? Прям черная-черная, короче, я под столом спрятался. Они еще там ходят, Димас? Да. Ух, это мне не нравится. Сейчас. У него что-то в руке. Страшное очень. А чё у меня маска исчезла? Не знаю. Она, кстати, пропадает, бывает. Димас, здорово. Я вижу, ты сзади. У него такие еще глаза кровавые такие, страшные. Ударь его по спине чем-нибудь. А потом резко убежать надо, да? Да. Я так понял, мне надо очень резко бегать. У этого зубов миллион. Смотри. Димас, беги! Автон, я Фредди. Может, ну Димас, вот. Пойдем к нашим этим, к нашему столу туда пойдем? Пошли. Пускай они тут ходят, бродят нам. Ого, они здоровые. Не особо это мешает. Ладно, уходим быстрее, уходим, валим. Ого, они все сюда идут. Все, так, отлично. Сок выпили? Не выпили. О, Димас, ты видел, там Молтон Фредди был за тебя? Ой. Это кто включил вентилятор? Я включил. Пусть же работает. Чё у нас свет не работает? О, свет заработал. А не отключает. Димас, ползёт. Быстрее. Я маску маску одел. Ты не в маске, Димас. Да? Чё ты в меня стреляешь? Димас, одевай маску. Нет. Сейчас тебя сожрут. Нет. Нет, не сожрут. У него такой глаз отделенный. Он хочет нас убить, у него не получается. У него проволока уже поржавела даже внизу. Да хватит мне в глаза заглядывать, урод морской. Так, я подумал, и я решил, что не буду в этой пиццерии работать охранником. Здесь, во-первых, очень холодно. Условия трудовые плохие.
Зарплата маленькая, подумаешь, тысячу долларов в день. Я, господи, я что это за зарплата? Тысячу долларов. Бумажечку. А чё ты чёрный? Больше вас ничего не... Нет, а, не ты... а ты чё чёрный мордный? Ты Фредди Ниггер или что? Ого, оно прям всё... Нет, ты... Сзади. Провожу зачистку, давай внутрь. Побежали. Побежали. Ах ты, опять тот же самый! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Dark Dragon, Серёга, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем добрейший вечерок, ребят. Сегодня у нас карта FNAF 8. Будем играть рубрику «Аниматроники пугают охранника». И сегодня будем строить бабушкины калитки, как вы любите. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, давайте покажите, как надо играть за аниматроников, а мы будем Серега выживать. Серега сегодня покажет, как надо строить бабушкины калитки. Это, надеюсь, как она называется? Бабушкины... Резинка бабушкиных трусов. Ставьте лайк, косик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А разве так должно работать? Ой, трусы. Бабкины трусы. Бабкины. Резинки, что ли? О, я вижу, как они идут к нам. У нас же камеры включены. Так, смотрим. Ой, я чуть не то сделал. Двери так прикольно открываются. Раньше, мне кажется, был другой звук, да, Серега? А ну еще раз. Да, был немного другой. Изменили карту, добавили очень много освещения. Теперь вся карта, получается, мигает в этих лампочках. Так, что-то никого я не наблюдаю из аниматроников. Серега, они же в вентиляции. О, нет. Да. Не, никого не вижу. И здесь никого я не вижу. Я перед камерой сижу. А, значит, они сейчас зайдут. Так, никого не... Давайте откроем двери. Ой, я вижу Серёга делать что-то. Вон он какахает. Есть? Да. О, я вижу, смотрит. Серега, он ползет, закрывает трусы эти, калитки бабушкины. Ну, быстрее. Серега, давай, ускоритель, лупаш. Ну что, они не сработали? По башке ему давай. Так, никого не наблюдаю. Что это вообще происходит? Аню, нажми. Ого. Эй, так... А чё это за калитка убийца? А ну, если рядом стану. Аню, нажми. Ого, оно дамажит. Не-не-не. Серега, ой. Ой, все бабушкины. Все, Серега, прощай, к нам пришел аниматроник. Я текаю, Дима. Я тоже. Эй, хлопцы, дайте выжить. О, ты, блин, не дали убежать. Дима, я живой. Мертвый, нет, все, Серега, все. Все, уходи. Чили-бынькс. Отвернемся от вас, мы поспим. Серега, надо было ускоритель ставить не на бок, а вот сюда, вот, чтобы вверх-вниз, типа, вперед-назад тяга была. Тогда сработает. Ну, блин, калашматки. Давай я покажу, давай я ускорители поставлю. Поставь веревки, просто вверху чисто. Делайте опять калитки бабушкины. А я сейчас все сделаю. Так, у нас есть что? Толкатели. Вот, даун, не даун. Пламя. Толкатели. А ну-ка, Сережка. О, сейчас получится, смотри. А, она заморожена, разморозь. А чё резинки не такие, как-то не так работает? А, резинки надо, Серега, жесткие делать. Сейчас мы, ребята, построим. Должны, короче, быть жесткие, то есть не гибкие веревки. Так, два я сделаю. Веревка. Предел силы. Вот жесткость. Это лебедка. А надо веревку. Удаляй свои веревки и поставь просто этот кубик. Я сейчас покажу, как надо. Так, давайте мы сделаем длина очень маленькую. Надо длину запилить. Наверное, вот так вот. Смотри. Размораживай. Ой. Привет. Слышь ты, он сожрал нашу калитку бабушкину. Да ты задрал! Ну, блин, Серега! Он читер. Ребята, мы сейчас все построим. Мы сможем. Так, все, я тут. Давай, ставь опять тут кубик. Сейчас мы сделаем по красоте все. С двух сторон, кстати, будет веревка. Предел силы очень большой. Давай. Давай пока закрою дверь, задрали приходить. Фух, я вовремя закрыл. Услышите меня? Нет. Так. Ты опять лезешь? Не, услышите звуки? Нет, не слышу. Все, Дима, я поставил. Давай я с другой стороны сейчас еще поставлю. Чпоньк.
Толкатель. О, мысль брат пришел. Фум. Разморозим. О, а что получается не так? Ну вот лебедка. Лучше лебедка. Не, если наверное большую длину, надо еще меньше. Сейчас. Так, веревка. Ладно, я вам дам шанс, подожду чуть-чуть. Давай, сейчас мы сделаем вот так, 4 сделаем. А ну, Серега, сейчас я покажу, как надо. Так. Давай. Веревка. И чё? Слышь ты, какашка, а ну чё иди. Тебе надо у меня дома? Привет. Так, толкатель. Сейчас я тебе вытолкну. Блин, у меня только ноги видны, какие идут. О, Серега, получилось! О! Ура, бабушкина калитка одна есть. Мне это нравится. Так, включить, выключить. Активация при получении урона. Не надо нам. Так, с этой стороны веревка. Все, ребята, мы теперь вспомнили, как строить бабушкины калитейшины. Давайте побольше веревок, надо поширенее их делать. Толкатели. Вот так вот, разморозочка. Ну-ка. Все, Серега, получилось. О, вот это теперь мы их будем выталкивать. Что, получается две калитки теперь одновременно? Да. Ну че, давай, иди через вентиляцию, мы сейчас тебя замочим. Мы не таких Эй. О, я знаю этого челепиздрика. Че тебе надо у меня... Я лучше возле... не буду стоять возле окна. Он может замочить. Серега, ну что ты? Так, подожди, я слышу. Я слышу, по вентиляции кто-то лезет. Нет, никто не лез еще. Не? Нет, Дима, это уже у тебя это... Галлюцинации. Шизофрения. Я слишком жирный, что не могу пролезть через вентиляцию. Эй, так ты худой, зачем ты много детей съел? Иди бегай. Серьезно, не могу пролезть. О, я теперь могу отогнуть калитку и загляну, да, туда? Да. А, не могу. О, могу. Прыжком могу? А если вот так... Ого, дамажит. Дурная, что ли? Бешеная калитка. Ушо, нам не 5 хп снес, Вадим. Ну, вообще, он шотать может. Так. Слышь, нет. Я возле не буду стоять возле двери. Я знаю, что он может... А что это с ней? Смотри. Это козырек такой, чтобы... О! Если с контролом идти, ты прям заходишь. Иди с контролом и увидишь, что будет. Я залезть не могу, я жирный. А давайте я помогу. Я не хотел, но блин. Я думал, тебе посрача дам, и ты сможешь пройти. Че, у нас энергия бесконечная, мы можем долго здесь тусоваться. Дима, ты знаешь, это по звуку стоит? Да. О, это Лефти. Нет, это кто-то с Игнайт, это аниматрон. А, Игнайт от Фредки. Да уйдите вы отсюда, чего вы стоите? Я не попаду сейчас. Как у вас? Дима, за да я проверил, что видишь, не зашли они. Опа, они еще... Чё, блин, это Фредди на весь экран у меня с автомата. А ну давай проверим, что там, у нас кто-то идет? Ого! Вот это я себя прописал и отлетел в другую сторону. Ого, нифига себе, бабушкина калитка. На, внучок, держи лепёшку. Дима, что ты делаешь с калиткой? Серега, будь аккуратна, ты видишь, что творится? Дима, пока что аниматроники нас всего один раз убили, и больше всего ты нас убил. Я больше этого делать не буду, все будет четко. Слышишь? Слышу. Не, он через вентиляцию залезть не может. Нет. Не, он залез. Да блин, ты же должен... А че я фонариком не увидел его тень? Все, выходи. Да. Давай, чтобы больше тебя не видели, и дай ему посрач. Отлично. Монтировкой по заднице такое себе удовольствие. Да, а чё она так странно себя ведет, эта калитка? Это козырек, чтоб ты на нем сидел. Вот смотри, я на него сейчас возьму сяду. Давай. Вы обидели меня, я вызову брат. О, Серега, давай я попробую покатать. Давай. Сережка катается на бабушкиных калитках. Вообще не дамажите, Серега? Нет. Пока я сижу, меня только знаешь, да. Что может убить? Мы на этих калитках не катались еще ни разу. Знаешь, что меня может только убить? Да. АР-2. Не вот надо. Это шарик. А, я понял. Ну и мы не будем проверять, потому что уверен, что так и будет. Ай. А если я буду нажимать, ты сможешь спрыгнуть? А ну слазь. Так. Дима. Да. Дима. Посмотри на камеру. Я за карту упал, Дима, спасибо. Ого. Это нормально?
Я нормально. Эй, ты чё стоишь возле дверей? Уходи. Так, я лучше не буду стоять возле окошка. Серега, а ты где? Я сдох. Понял. Значит, чаю. Сегодня у нас какие-то калитки очень опасные. Это бабушки, не калитки, вы чё ожидали? Чё за activated? Да у меня вид от третьего лица врубился. А, я слышу, как у тебя активируется что-то там. Я спал нажал случайно. И звук с activated, знаешь такой игры, Subnautica? Нет, это Half-Life, это Half-Life. А, да? Я проверял, видишь, тоже шаришь? Да. Чё он так долго стоит и не уходит? Слышь ты, аниматроникс. Пьяный? Да. Вечно пьяный, вечно молодой аниматроник. Серега, смотри, я могу, не дожидаясь, когда дверь откроют, сразу закрыть, смотри. Давай. Можно так троллить аниматроник. Давай, иди. Опа, нет, нельзя. Смотри, вдвоем стоят и хотят попасть. А что вы через вентиляцию не хотите попробовать пройти? Не? Никто? Мне кажется, если вот так держать кнопку, никто не пройдет. Ах вы хитрые какие. Так, что-то никто не идет к нам. Сегодня мы с Серегой тащим. Привет. Да. О, Серега, смотри, я его давлю. Давай. А ну давай, попробуй отодвинуть. А, нельзя, кстати. Тяга выставлена довольно-таки сильная. У твоя эта калитка дамажит жестко, Дима. Че ты? Нормально дамажит или нет так? Да, нормально. Я буду. Я его откидываю, когда подходит, я начинаю, смотри. Да блин! Да ты же не должен был, как ты в такую щелку пролезло? Дима, активируй калитки, мочи меня. А чё там? Мочи калитки, я хочу сдохнуть от калиток. А, ладно, не важно. Чё ты у нас вахалянали париться? Всё как вы любите. Почему ты сейчас 2000 на них слово рубишь? Да вы чё жирные такие? Да пошли вон отсюда, а. Сегодня какие-то аниматроники пьяные. Да блин, я не могу в свою же вентиляцию попасть. Пошел вон отсюда, что ты за шуку? Угону дамажит. Выходи! Жирабас! А ну давай, кто еще попробует через вентиляцию пройти? Теперь я не буду нажимать кнопку открывать. Попробуйте. Как он стучит? Че, это жесть какая-то. Так, Серега, нажимай активирование. Ай. Ого, а че оно тогда... А че написано, что я тебя крышка унитаза убил? Я посижу, Дима, лучше. Да, да, сиди. Давай. Смотрим, кто там у нас по камерам ходит. Все нормально. Так, стоят вдвоем. А через вентиляцию ссыте, да, пройти? Да, они жирные. Вот, смотри, один жиробас открыл свою пасть, а другой, как дурачок, стоит у двери и никуда не бежит. Быстро уходи, вонючко. Нет, чтобы откройте его дверь, и он забежит. Да что он меня так дамажит, а? Ой, так ты трикнул, как через геймпад играть. Привет. Андрей. Дим, давай ты садись лучше. Вот тебе это как раз будет, мне кажется. Так. Нет, больше всех понравилось. О, Серега, я придумал, можем в следующей серии записать бешеный стул с ускорителем. И полетать зачем на нем. Зачем ты зашел? Эй, вы че ходите? Че, давай, попробуй. О, идет, Серега, через вентиляцию. Давай. Я держу со всей силы, а, я его не пущу. Творится какая-то выходаля, но мне нравится. Давай. О, че она раком встала? Чика. Пошла в мол. Во, отлично, колбасит калитка, в это время оно дамажит. А ну попробуй пройти. Давай. Я просто попробую, я не буду. Давай. Я еще, ай. Че это творится? А мы сидим на стульчике. Я помогу твоей калитке. Серега, он сейчас тебя опять убьет, наверное, не? А мне пофиг. А сколько у него жизни? Уже 8? 1000. Не, как-то на мало смотрит. Да? Ай. А не, он сейчас посохнет. Я опять сдох. Танцующая калитка. А просто ваншоты. Серега, тебе так леща прописывает смачно. О, да как он? Да как ты проскакиваешь? 2000 хп в смысле за это время. Да что-то мало, ты не хочешь выйти через эту же калитку или нет? Так, пошел. На! А что, нельзя выйти? Я не знаю, попробуй, наверное, не получится у тебя.
Прошел! Да ладно! Привет. Да ты задрал! Как тебе опять пришло? Я провтыкал нажать кнопку. Эй! А ты попробуй меня на стуле убить, сможешь? Невозможно. А, лучше бы я не проверял. Ладно, можешь, можешь. Все, закрываем. Чинкс. Че, я буду сидеть в автомате? Я автомат. Так, Серега, надо, короче, им бомбу положить в вентиляцию. Че, бомбу? Хочешь? Да, да, давай, я попробую ее тут. Только сделай, чтобы край торчал, а я возьму калиткой, прижму, она туда улетит к ним. Ай. А почему тебя бомба убила? Она тяжелая очень. Так. Эту дверь вы что с ней сделали? Давай, Серега, отходи. Погоди, я активирую ее. Нет, давай, стой, стой, давай. Ты ее так не взорвешь. Она, чтоб краешек торчал. Ты ее зафриз, чтоб краешек торчал? Я готов, давайте подрывайте. Сейчас все будет, не бойся. Где ваша бомба? Давай. Ого, реально сработало! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бисар, Марк Мир, Кактус. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Бонька. Идет на работу в пиццерию. Кого-то там мочить, детишек веселить, злой режим врубать, охранника вырубать. Идите, голубцы. Это как бы у него программный сбой. Надо прошивку менять. Андроид слетел. Настроение прикольное, как всегда. Надеюсь, вам тоже оно поднимется, и вы сидите улыбаетесь, как я. Так, идемте на улицу, наверное, будем подрубать ночь. Я не буду говорить, когда ночь наступает, вы сами это увидите, поняли? Так, идем. Просто идем тихонечко, никого не трогаем. Охранники бегают с фотоаппаратами, друг друга фоткают, инстаграмщики сразу видно. Открываем калитку. Так, ребята, сейчас вам покажу, как работает мод «День и ночь». Мы заходим вот сюда. Заходим в вот эту вкладочку, сервер, и активируем его. Я выставил на самое маленькое время, это 30 секунд. За 30 секунд сейчас поменяется... С дня станет ночь. Я, короче, добрый, когда я буду видеть вас, я буду злой режим включать. А когда я вас не вижу, я добрый. Оп. Молодец, успел. Так, ушла. Давай сюда. Такой монотонный звук шагания. Но я иду к ним, потихоньку приближаюсь. Что за анимация такая прикольная? Я тебя убью, смотри. Миссия выполнена. И спокойная походочка, просто уходим, никого не трогаем. Расслабленно, не спеша. Так, теперь мы будем более собранными. Да-да-да, ребята, вот вы немножко расслабились. Можете мочить, я даже хочу, чтобы робом по мне постреляли. Кстати, у меня 10 тысяч жизней. У этих у всех, короче, 10 тысяч жизней. Только вы друг друга не мочите. А то мы сейчас кактуса забаним. Кактус не делает. Пацаны, я в пиццерии отдыхаю, здесь лежу. Ты видишь меня? Нет. Да ладно, да как? О, тихо. Вот. О, что тут у тебя за оружие лазер такой видно? А вот, это из мода. А что за мод? Нейтронная пушка какая-то. Прикольно, я что-то раньше такого не наблюдал у нас. Мертвый как будто лежит. Ну да. Ой. Я включаюсь. В рядом враги. Надо мочить врагов. Ой. Один есть. Второй есть. Побежали дальше. Что ж ты такой невнимательный? Опять всех убил. Так, хорошо. Тогда будем играть по-крупному. Берите оружку, мочите меня, глупцы. Давайте, поехали. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. О, я сделаю им засаду. Мой аниматроник же может по потолку лазить. По стенам, то есть. А по потолку не может, от говно. Так, давайте... А где же я вылезти смогу? А вот это уже страшно, по потолку лазить. Ну да. Так, лезем, тогда лезем, мы тоже лезем. Тебе засаду сделаем.
Быстрее. Да блин, он как-то лазит, как рахит. Во-во-во-во-во. Отлично. Отлично, я это сделал. Поскакали, поскакали. А я могу тпхаться? А, я не могу даже тпхаться, у меня просто этот обычный режим. Ты где спрятался? Я? Где-то здесь. Я на карте. Я на крыше, короче, пиццерии. Эй, ты кто? Во, прикольная анимация у меня. Так, я не буду палиться, я буду за угла выглядывать. Это, пацаны, знаете, вам надо прожить сутки в пиццерии, продержаться. Я слышу кого-то. Так. Короче, я иду атаковать. Пацаны, вы готовы? Я бегу к вам туда, в офис. Так. Погнали. Эх, успел. Ха-ха, чё ж вы двери не закрываете-то? Пацаны. Чё двери-то не закрываете? Закрывайте двери. Так. Чакните чат. Мы видели, ты написал там на польском языке что-то. Так, давайте какого-то. Тут же еще есть классный аниматроник. У нас Балунбой, например. О, он когда становится злым, у него шарика и таблички нету. Он просто бежит. Кстати, должно немножко подлагивать, когда день наступает. Нет, вообще не лагает. Так, расцветает у нас. Чпонькс. Нет, походу там еще чуть-чуть должно светлее стать. А нет. Пацаны, все, день. Все аниматроники стали добрыми. Вы ж помните? Помним. Так, я тогда иду в пиццерию. Так, кого мы возьмем? Плюштрапа возьмем. Мне он очень нравится. Ой, как-то странно анимация работает. Эй, иди. Да, в таком режиме буду очень долго бежать. Давайте ускоримся немножко. Кстати, я вижу внутренние органы этого аниматроника. Сразу видно, внутри уже челик разложился. Так. У меня есть 2 минуты, чтобы кого-то убить. Ну я же добрый. Ой, а чё со мной? Ой. Все, обычный режим пошел. Бегу к ним в этот, в ихний офис, кибитку ихнюю. Пацаны, ну что вы там сидите? У кого-то, наверное, вылетело, да? Так, я в таком режиме мочить не могу. А, не могу. Пацаны, это программный сбой, когда я в обычном режиме в добром могу мочить. Вы должны меня обезвредить. Давайте. Аниматроник-босс. Кто против меня? Бесар вышел, я так понял, или вылетел? Вылетел. Бывает, бывает, это горит смот. Так, пока пацаны меня не будут мочить, я их буду сам мочить. Бегу. Прощай. Прощай. Включаем злой режим. Чпонькс. Нифига себе, великаном стал. Побежал, ничего себе. Давай, один на один. Можешь брать мощную оружку. У нас ПВП. Один аниматроник и 3 охранника. Кто кого? 10 тысяч жизней. Можно брать любое оружие. Ну что, давай, Бесар. На тебя вся надежда. Ты должен меня наказать. Ну давай, где ты? Я на пиццерии, на 1-м этаже. Так. Ты что, спрятался? Нет. Я просто тихонечко лажу, чтоб меня никто не видел. Так, пацаны, не палимся, и девчонки. Очень медленно. А, блин, я поломался! Вот говно! Я же забыл, что 2 минуты всего. А, я ничего не могу сделать, я завис! Ну давай, жопу! Есть! Идем дальше. Я замороженный! У меня вообще скорости нет, вы не подходите близко. Я ж бью на расстоянии, и даже не надо целиться. У меня нет скорости, я просто еле хожу. Вот моя вся скорость, максималка. Ну, давай, режим убийцы. Эх, давай, толкнул. Давай, иди сюда.
Да что такое, мне как-то он странно бегает. Я смогу на расстоянии его убить? Нет, нет, не сможешь. Нет, этот не мочит. Кстати, этот пулемет очень мало жизни у меня отнимает. Он тебя не замораживает? Нет, на! Аниматроники победили в сухую сегодня. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бармалей, Дарк Драгон, Гриша. Пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Я буду за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А я буду начинать пацанов пугать. Все, даю вам 10 секунд для того, чтобы вы освоились и приготовились. А я буду сегодня брать аниматроники со всех паков, которые у нас есть. Все, не листай. Слышно вам? Да. И меня слышно. Все, не врубаю камеру. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. И давайте добьем уже 1 миллион подписчиков. Очень хочется. Кто без маски, того мочу. Там есть маска, Фредди, одевайте ее. О, вы нажали на кнопку. Пусть болтает. Так, а мы пока есть. Давайте будем постепенно. Мне кажется, жестко, не надо с вами. Ой, Фредди, здорово. Я иду. Все хорошо у нас. Все по графику. Так, Драгон, молодец. Одел маску. Я лучше отойду, чтобы не дышать сильно. Да. Подождите, я... А, у меня нет другого режима. Я могу сквозь землю пролазить. Нет, это нравится. Чпоникс. Я приближаюсь. Режим полета отключу. Я вижу, пацаны летают. Давайте, чтобы все было по-честному. Я просто застрял. Все, нельзя застревать. А застрял из-за того, что летаешь. Все, так, кто у нас стоит без маски? Сейчас его замочу. Бармалей, прощай. Обстоится. А, Гриша. Гриша одел маску? Да. Ты видишь эти уши, которые торчат сквозь другие уши? Вот как я могу догадаться, что одел маску? Еле видно. Это прикольно. Маска с ушами. А что вообще костюм переодет ты в аниматроника? Что ты за дела? Страшно? Побежал. Ой, задержка. Так и должно быть. Я маску не могу взять. Так, ну, давайте ладно. Сейчас мы возьмем. Я очку, я посижу за дверью, посмотрю за вами всеми. У них что, одинаковый звук у всех? О, мне это нравится. О, Фокси. Дед, ты мой скин украл. Я приближаюсь. Это пистолет. Ой, что ты со мной? Я вас не пущу. У кого нет маски, того убивай. Извини, я забыл, что он убивает на расстоянии. Так. Сиди здесь там. Я вижу. А что ты их не пускаешь? А потому что я не скинул прав. Так, хорошо. Если ты сейчас их в течение 5 секунд не впустишь, я их убью. Я иду. Ладно, убивай, мне не жалко. А чё ты такой жестокий? У меня скин украл. А, он в маске был? А, да, в маске, я вижу. Он на МТФ, и сам снова скин. Можете, кстати, мне мины наставить или что-то такое за подлянки, чтобы было интереснее. Так, разнообразим немножко. Я сейчас к вам приду незаметно. Ладно, кто хочет зайти? Пускаю. Так, я вижу, кто-то мины уже бросает. Давай, попробуйте меня задержать. О, блин, это Сина Палевна. Ты на меня бомбу прилепил. Алло. Ауч. Я тоже прилепил. Ого, ты на шпагат сел, это было смешно. Ладно, ого. Я понял, мне надо валить. Так, давайте понаблюдаем, что они будут делать. Кстати, кто хочет с нами записывать,
можете зайти в наш Discord и записываться на ролики, потому что, видите, каждый раз с нами записывают новенькие подписчики. Один точно ни разу не записывался. Я видел тебя. Да? Да. Ух, ё-ё, кстати, у меня осталось 2800 жизней. Блин, а чё, сильно видно, да, Ник? Обстоит. Или ты фонариком палишь? Не, вот эти хочу. Тарас. Так, продвигаемся. О, блин, опять ты меня бомбу приклеил. А как это теперь? Меня будет постоянно видно, да? Ну, не совсем, тебя опять. У меня на пузе бомба, взорвите ее. Ой, его так не видно, смотрите. Если я вниз смотрю, она под землей. Офиг. О, все, взорвалось. Спасибо. Так, 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 так. Давайте уже добивайте, 1900 жизней осталось. Не так уж и много. Ты где? Я здесь. За вами наблюдаю. Ушли. Ушлите. Вы на своего бомбу приклеили, это нормально? Нормально. Дарк Драгон, успокойся, это же свои. Я не виноват. Они просто виноваты, что я здесь. Понятно, я видел где-то. Он на телевизоре был. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то, пацаны, дверь, да, не открывается? Я не пущу вас. Я дверь держу специально, держу дверь своим корпусом. Подождите, пацаны. Меня не продвинуть. Так, я вижу, ходит, ходит. Сойдите. Ходим. Ого, это жесть будет сейчас. Подожди, не, подожди. А дверь отломается или нет, мне интересно. Ой-ой-ой. Хорошо взорвалось. Ты своих убил, а я целый. Я почему-то держу двери. Просто упираюсь в нее и иду вперед. Дайте я, подожди. Что ты взял там? Подожди. Давай, пробуй. Попытка хорошая. Нет, фигово. Фиговая попытка. Ну давай хорошую. Я еще одну вещь. Так, я вижу, что они там делают. Это нельзя. Отойди. А это что ты взял? Я прям в глаза охраннику смотрю. Ого! Это больно очень. Не пробило. У меня осталось 300 жизней. 399. Что будете думать дальше? Ой-ой-ой, хорошо, что в бок отошел. Еще бы чуть-чуть. Я сбоку, в боку смотрю. Он не может попасть. Я слышу, как вы на дверь налепляете что-то. Ой-ой-ой, рядом. Я просто в стороны в сторону хожу. Промазал. Ну, вот. Хорош. Я сзади вас. Вы что, меня не видели, что ли, пацаны? Я сзади вас был и рассказывал, что я там внутри. А вы меня мочили. Так, давайте, 280 жизней. Я вас верю. Убил. Дарк Драгон, молодец. Убил. Красавчик. Улетаем сразу. Бега. А дверь сломана. Так, давайте возьмем какого-то побольше страшного такого. Мы челик. Сломали дверь. На весь экран, аниматроник. Это танк. Так, в маске. Убивай. Не в маске. Дверь надо сломали. Быть в маске. Дверь сломали? Да давай вообще ее удалим, нафиг она нужна. Нет дверей, нет проблем, я пошел. Ой, я знаю, какую вещь помогу вам. Так, давайте понаблюдаем за ними. Ой. Че ты стрельнул? И меня убил. Я на одной линии огня оказался? Да. Не, ну так, конечно, честно. Я хотел другую взять. Оказалось не так. Где-то вещь, которую хотел найти. Безопасную. Странно, у меня анимация ходьбы. Очень странно. А, рикошет. 10 тысяч жизней, я ж металлический. Так, в маске. А маску куда дел? Не в маске. У меня маски еще. Эй. Спасибо. А, у меня столько жизни много. Плохо не... А, я невидимо могу встать. Все, отлично. Эй, успокойся. Ладно.
Не, где мое любимое оружие? Эй! Аккуратно, чуть не попал по мне. Еще б чуть-чуть. На! Ты че его убил? Он застрел. За что? Нельзя своих мочить. Эй, он меня спалил, он меня спалил! Блин, Гриша красавчик. Еще б чуть-чуть, да. Он начал туда лезть, а я сижу на картофанах. Понимаю. Понимаешь? Что вы мне сделаете? Дай вылезти. Так. Надо валить. 600 жизней осталось. Отлично. Давайте здесь посидим. Так, пацаны, давайте я сейчас сделаю. Я вам сейчас западло сделаю. Так, так, так. Что у меня тут есть западло им дал? Сейчас мы им напакостим. Ой, ёпта. Прощайте, я пошел. На, да ёпсу, вот ты. Это жесть. Хорошо мне противогаз. Ого, тут пол карты черный. Давайте еще жахнем эту бомбочку. Сейчас не проверю, надо. Сможет ли карта вся черная стать или нет? Мас, можно я это? Взорвешь? Давай, взрывай. Бум. Кстати, эта бомба не взорвалась, а взорвалась. Красиво. О, красота. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый всем привет. Давно у нас не было рубрики «Только вчера». Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега и подписчики будут нас пугать. Ой, извини, я не хотел. Вынес одного выстрела просто. Сегодня злые не только у нас аниматроники, но и охранники. Или давайте дробаш возьмем. Пацан, давайте дробаш... Опять пришел. Говорю, не ходите здесь. Это наша пиццерия. Я хотел уйти. А, но не успел. Обстоятельства. Так, давайте тогда возьмем послабее оружие, потому что это оружие очень мощно стреляет. Давайте возьмем монетку. Тут попугай. Где попугай? Есть. Опа. Наших охранников мочат. У нас и так тут персонал слабый. Чё, не убил я тебя, что ли? Не. А чё такой мощный? Не знаю. Так, пацаны, давайте будем внимательнее играть. Тут балунбой пришел. Он хочет фонарик наш украсть. Так, не стойте возле окна, убьет. Все пацаны шкерятся, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? На, я же говорю, не подходите. Это псих какой-то, а не Робли. Понял, маску вообще нельзя надевать. Маска здесь не работает, Серега на запах определяет. Только не знаю, как он это делает, какой запах там исходит, но он знает. А! Убивают. Убивает наших, пацаны. Берем оружие и мочим их. Я даже возродиться не успеваю. Не успеешь, потому что здесь очень жесткий. Пацаны, извините, я всех мочу. Да что они такие нападающие? Надо, короче, нам, пацаны, какой-то план составить. И как их убивать? Надо, короче, вместе держаться. Так, сейчас я возьму какое-то оружие. Мое любимое. Ах ты что? Укусила меня за голову. Хорошо. Димас, ты не против? Я тут так полежу немножко. Полежи, полежи. Нормально тебе? Не холодно? Не, не холодно. А сейчас холоднее стало. В портал, пацаны, попадают. Да шо меня все двигаются? У нас, пацаны, в канале творится. Все любят, когда мы вселимся и делаем какую-то жесткую дичь. Ребята, это та серия. Пацаны, давайте каких-то ловушек возьмем. Так, оружие. Half-Life 2. Пацаны, давайте, раздача оружия. Давайте, ставим, короче, минируем всю пиццерию. Сейчас будем все тут чудить. Так, бомбочки выданы. Вот это сейчас тут будет. Я чувствую, сейчас мы тут... Все зависнет у нас. Есть. Есть.
Бум. Есть. Ой. Я фонариком свечу. Свечу фонариком. Там моя бомба. Сейчас что-то будет. Отвали. А! Блин, убегал от одного аниматроника. Убила марионетка. Это очень сильно. О, у меня есть вот такое оружие. Сейчас. Оружие. Знаете, пацаны, какую надо? Надо взять гранату, которая воняет. Она их очень сильно мочит. Ух ты! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Психи пришли! Чё, тебя не убил, что ли? Сколько у тебя жизни? Смотри, пришел. Так закройте вы двери, пацаны. Все, уходи. Марионетка зашла! Она тут вот летает. Мочите ее! Да вы задрали, пацаны, вас очень много. Отступаем. Нитроглицерин. Ой. Умный человек так только и сделает. Вот это жахнуло, так жахнуло. Есть еще вот такой вот у нас шарик волшебный. Пацаны, я шарик активировал, убегайте. Беги, пацаны, не бегите туда. Лучше подальше от офиса. Ой-ой-ой. Че, никого не убило, что ли? А, красиво очень. Давайте еще разок. Так, погнали. Пролетаем в лес. Я хоть живой останусь? Чё, пацаны, живые? Вот это оно жахает. Мне так нравятся эти бомбы. Но аниматроников никого я не убил. Хорошо. Есть у меня еще один сюрприз для них. А, он меня хочет убить. А я его буду монтировку лупить. По спине настреляю. Он меня не может замочить так. Ладно, смог. Кстати, скример поменяли. Раньше такого скримера не было. Новый скример добавили. Так, пацаны, нам нужен план какой-нибудь составить. Блин, они вообще тут все съели уже. Прощай, волчара, я успел закрыть. Так, надо лампочку поставить. Что-то здесь очень плохо со светом. Кран остался и кнопки. Что вы наделали? Так, какое оружие еще взять? Давайте дробашок возьмем. Чё ты? На. Слабый дробаш, очень слабый. Как их убить? Этот вообще пришел как к себе домой. Ой. Не убивай меня, я добрый. Блин, да что ты хочешь от меня? Волчара! Как ты вообще в вентиляцию пролазишь? Ты очень большой. Ты нарушаешь все правила физики. Что делать против этого человека? Хорошо. Сейчас, Серега, подожди секунду. Есть у меня для тебя сюрприз. Очень хороший. А чё не сработала моя монета? Ты чё, съедаешь, что ли? А чё она просирает, монета моя? А чё она не работает, я не понимаю. Я живой, ты меня не убил. А, не, я живой, я умер. Еще один пришел. Да смотрите на них, сколько вас тут. Бум. Ой, пацаны, извините, вы подпали под горячую руку. А я монетку подбросил, он не успел ее стрельнуть. Вот, это пойдет. Воу, прикольно. Кстати, убила кого-то. А, то Серега нас убивает опять. Да что ж такое? Ребята, а теперь я не буду шутить с вами. Идите сюда. Есть. Я вышел на охоту. Ни один аниматроник не останется живой. Ребята, напишите в комментариях, какое оружие мне использовать. Если вам нравится, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на классный канал Димас ТВ. На! Вы что можете охранников? На! О, вот он! Скраб-бэйби!
и села на мой труп. Смотреть, как я валяюсь. Молодец. Помолись. Не, пацаны, так долго не должен продолжаться. Надо как-то решать этот вопрос. Ой, блин, бомба себе по башке дал. Вот дурачок. Воу. А вот это мне нравится. Это я бомбу, да, поставил? Все умерли, нет? Это нет. Это не напалмовая бомба была? Была. Прощайте, я побежал. Ух ты. А, летите, пацаны. Подальше. Ух. Да что мне убивать за одну секунду? Да, вот эта бомба вообще сильная. Мне так нравится она. Вообще уничтожили всю карту. Хорошо, давайте что-нибудь поярче жахнем. У нас еще есть бомба. Царь. А вот эта бомба, не? Не пойдет? Хорошо, я лечу на улицу. Царь, бомба, это же получается у нас ядерная, да? Да не, лучше другую ядерку взорву, смотри. Давай. Убейте себя сами, облегчите нам жизнь. Как-то так, да? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, на этой карте есть комната, где можно управлять аниматрониками. Нажимать всякие кнопочки, здесь вот у нас что? Toy Animatronics, Misfit, Old Animatronics. Сейчас, ребята, будем все проверять. Мы, кстати, ни разу не нажимали здесь кнопки, давай хоть нажмем. О, слышишь, Димон? Да. Ну что, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. Кэт Макс, ну что, ты готов жмякать все? Да. А ну слышишь, как он кнопки нажимает вверху? Да? Да-да-да. А, Болунбой пришел. Пошел отсюда. Он может, короче, всех подряд, что ли, вызывать? Да, он, походу, всех может вызывать. Я этого Болунбой прогнал, пнул его. Смотри, там ангел. Так, где? Фу, она исчезла. Да-да-да, она смотрела прям в глаза мне. Димас, она тут, она уже в нашем кабинете. О, смотри, я живой. Ай. Мне такое не берет. Так, у нас челик заговорил, надо выключить его. Опа, шкатулка пошла. Короче, все начинает нападать. Все начинают нападать. Так, 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 все хорошо. Димон, красивая пиццерия, очень. Да? Да. Но я пока не могу выйти, у меня. Я знаю, мама. Один я могу ходить. Димон, нема марионетки, шкатулка пустая. Ой, сейчас еще и марионетка придет. Да, вот сейчас, короче, будет вообще мясо. Болунбой вернулся. Будет совсем плохо. Так я его прогнал, конечно, он вернется, еще бы. Мужик. Я его пнул, он ушел сразу. Че, кнопки так тут тоже понажимали? С подписчиком. Так, марионетка пришла, но она ушла уже. Димон, так, давай все, хардкор я сделаю. А, я не знаю, а, как нельзя нажимать? Отсюда. Так, все, подписчик, я свалю. Все, я ухожу, Димасу. Так, Димас, я к тебе бегу. А где ты? Я потерялся? Ты потерялся? Мы потерялись. Опа, Чика стоит. Так, обратно возвращаться, тут ничего. Тебе, Димон, это... Чика омлет несет. Блин. Кого там напугали? Да меня, блин, Чика убила. Опа, лезет, лезет уже. Димас, я за тебя. Смотри, а, вы гуськом ходите. Смотри, там уже... О, реально я дернулся. Даже Кэт Макс умер, который кнопки жмякает. Офигеть. Чётенько, ребята, выживаем. Ставим лайкосики, тогда мы точно выживем. Так, здесь была... Здесь ты был? Ну, вот, Болунбой. Давай проваливай отсюда, а? Дай ему фотоаппаратом по голове. Вот, он ушел, видел? Ушел. Я его посветил. Ай, марионетка пришла, Димас, аккуратней. Где? Она в нашем этом... Вижу, офисе. Вижу, заглядывает. Я пошел по вентиляции, сейчас я буду по пиццерии побегаю. Так, хочу просто... Ух! Нифига себе, Чика и Мангл, и Фредди, все пришли одновременно. Ничего себе. Классно, вам там вообще хорошо, лучше всех. Очень имбово. Ага, я пока побегу по пиццерии, а вы там выживайте. Все хорошо, о, тащим. Так, Фредди, кстати, уже на сцене, он вернулся. А потом марионетка тоже вернулась.
Мангл нету. А не, мангл тут тоже. Маринетка ушла. Опа, да. Вижу, Кэт Макс летает здесь, фонариком подсвечивается. Все, так, ушли, Дима, наконец-то. Пошли гулять.└==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 
О, передо мной прям дверь закрылась. Смотри, Дима, сейчас я его куда положу. Ага. Ага, не получается у тебя, пойдем. Если бы ты очень быстро пробежал бы, то ты бы, скорее всего, не выжил. Так, идем на сцену. Так, челик наш умер. Видишь, они не убивают меня. А! И потом подарить кому-нибудь? Давай. А ну, ложи в тарелку. Тарелку. Так. Чё-то не ложится. Дима, невидимая стена. О, положил. Тарелка высокая. С горем пополам. На! Кого убили? Ты, а чё не так с игрушкой тебе? Не знаю. Она там висит. Так, пойдем. Пойдем, Димас. Да тут невидимая стена, не могу выйти. О, вышел. Вышел. Так, игровые автоматы. Оп. Нерабочие. Да, плохо все очень. Короче, знаешь, в чем смысл? Когда управляет человек, и мы тут, он ничего нам сделать не может. Ага, да, пойдем возвращаемся тогда идем на базу. Так, сейчас, подожди, здесь у нас очередь в туалетах. Понял. Мангал, давай уже быстренько, раз, и мы идем. Пожалуйста. Я пройду, Дима, смотри, раз. Не сможешь. Или сможешь? Не, давай не я смогу. Давай. Прошел. Четко, блин, тебе повезло. Я не пройду. Я успею, я успею. Кто умер? Что? Ты вас видел? Я успел забежать в последнюю секунду. Посмотри, как я лежу, вот где Чика еще находится. Она тебе на голову наступила. Она прям на голову мне на это, да. Четко. Мы такие с фотиками бегаем, фотографируемся. Так, сейчас у меня есть кое-что. Можно зумиться даже, вот зум приближаем. И видно рожу. Ни рожи, ни кожи. Видно лицо этой Чики. Так, Димас, это мы куда сейчас полетим? Давай заходи. Заходи. О. Ты понял, да, смысл? Шикарно, да. Класс, мои пацаны, Чика, пошлите. Ты чё? Куда смотришь, Чика? Мы тут-то. Ты видишь нас? На, тебе получай. Так. О. Блин, застрял, Димончик. Ты, Димас, молодец. Ты жирный. Это я. Ого. А это откуда взялся? Надо валить. Смотри, какой аниматроник. Где он? Тут был аниматроник какой-то здоровый. Ой-ой-ой, Мангал. Дима, давай, там в портал. Там был из третьей части аниматроник Фокси такой. Мишка не пролазит. Я его вижу здесь, но он не пролазит в портал. Почему? Все хорошо? Хорошо. Да, у меня все отлично. Так. Идешь? О, я вижу тебя. Здорово. Как у тебя дела? Хорошо. Как у вас тут? Лучше, чем у меня, да, правда? Да. Смотри, аниматроник впереди какой здоровый. Ого, жирный. Ага, это Фокси из третьей. Кстати, Димон, раньше эти не приходили аниматроники. Это уже Кэт Макс включает разных, с разных частей. Я не помню, что по сюжетке приходили вот эти аниматроники. Ну, теперь... А у нас же не сюжетка. Теперь приходят, да? У нас этот, Custom Night, у нас все аниматроники. Да хватит! Да, я живой, меня такое не берет. Так, а я же этот был. В нормальном, защищенном месте. Меня убило. Как? Вот так. О, правильно, Дивас, правильно делаешь. Давай, уходи. Так с ними и надо, со всеми. На, прям взрыв в ней. А не. Так. О, прям четко кинул. Смотри, удалитель. Я видел только тень спрингтрапа, я его самого не видел. Блин, так, рикошет. О, давайте бомбами сейчас забросаем. Давай, место. Дима, давай спамни бомб, или давай я. Погнали, раздача, давай. Бомб. Слышишь? Да. Что за звуки стрёмные? О, камнепад. Да что такое рикошет? Бомбопад, так. Димончик, блин, извини, не хотел. Вот я как раз, да что оно рикошетит, это какие-то говняшки.
Ой, тут невидимые какие-то пропы. Бросаем, бросаем, много бомб. Сейчас мы ее взорвем. Она сейчас взлетит на воздух просто. Ого! Что случилось? Смотрите, что? Что, что? Как что? Мы сдохли. Мы все померли, так. Мы сейчас сдохнем точно. Я чьи-то глаза вижу здоровые. На. Фокси. Хорошо. Что тебе еще? О, на. Говняшка. Смотри, сколько штук, Димон, пришло. Раз, два, три, пять, десять, шесть. Еще вентиляцию. Два баллона. Смотри, не. А ка? А что, так можно было? Раздвоение личности вас, пацаны, еще. Три. Ушли вдвоем, вместе ушли. Четко, четко. Блин, прикольно кастомная это у нас получилось. Я их сжигать буду, Димас. О, понял? Давай. Пойдем. А где такой огнемет ты взял? Классный, да, огнемет еще? Класс. Это в паке Toybox Classics. Так. Жги, жги. Сжигаем всю пиццерию, ребята, не оставляем ничего. Дезинфекцию, ребята, делаем, чтобы не было микробов. Так. Жги, жги. О. Все. Блин, так красиво смотрится. Так. Отлично. Чё-то никого нету. О, Димас, кажется, я тебя убил. Вот так, да, значит? Хорошо, сейчас. О, Димас, какая, смотри, какая базука у меня есть. Смотри, смотри. Смотри. Вот, вот теперь все четко, дезинфекция точно произведена. И я думаю, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.